Привет! Вы на канале Леонардо The American Boy. Мы приехали на шабатний завтрак. Упс, а не падать. В Bowdoin SF. Это возле нашего дома он находится. Ключик, на, пошли. Let's go for breakfast. Скажи, breakfast? Лео, хочешь? Возьми. Попробуй. Take it, Лео, тебе подарили тетя. Thank you. You're welcome. Попробуй. Taste it. Хлебушек. Смотри. Она как деревянная. Тебе дали рыбку. Лео, это fish. С изюмчиком. На. Привет, Лео. Are you ready? Друзья, we ordered breakfast, traditional. Нас order 62. So, мы ждем. Meanwhile, мы чай заказали. Очень вкусную штучку. Шоколадную. Вот. Нам дали fish, просто знак приветствия. Кусочек хлебной рыбки. И внутри довольно красиво все выглядит. Очень красиво. Да, мило. А мы сегодня оделись, вы заметите, посмотрите, в что. Вышиванки. Вышиванки, знак дня вышиванки. So, мы поддерживаем творчество наших соотечественников. Мы оделись творчество наших друзей, наших родных, нашей семьи. Что такое breakfast? Скажи, breakfast – это завтрак. Скажи, завтрак. Breakfast. Мама, скажите несколько слов. Первый раз за 5 лет решили выбраться с семьей на breakfast. А что за 5 лет? Ну, обычно у нас... ну, если там не считать, там все-таки vacation, куда мы ездили, там, да. Но именно из дому мы первый раз собрались, ничего дома не кушали. А только попили водички, дали, и решили что-нибудь вкусненькое именно на breakfast. Не ланч, не dinner, а именно breakfast. Вот да, сейчас, мы заказали традиционный breakfast. Проверим, вкусно ли оно. Может, будем теперь чаще поделать, дали. Да. Мне кажется, этот магазин основан в городе Сан-Франциско, потому что везде сан-францисковские картины висят, мосты. Ну и он и называется Bowdoin SF. Bowdoin знак SF Сан-Франциско. Наверное, он оригинально вышел из города Сан-Франциско. Ну все, ждем. Дорогие друзья, нам принесли traditional breakfast. И, кстати, один из них нам просто подарили. Лео, ты взял картошечку? Скажи, potato. Лео, рука. Соленая потейро. Лео, пожалуйста, у нас scrambled eggs, омлет, бейкон и хлебушек. С нету никакого масла. Strawberry jam и масло. So this is just smells good. Запах не передать вам, друзья. Итак, мы берем strawberry jam. Пока масло растает очень долго. Мы размазываем ножичком. Размазываем джем. Приятного аппетита. Класс. Лео, ты в две трубочки пьешь? Two straws. Скажи, two straws. Какой цвет? А по-английски какой это цвет? Нет, по-английски это red. Saturday пишется Saturday. Итак, Лео. Давай передадим привет нашему
фанату, нашему фанату из Никополя, Вадиму Сытому, привет! А еще одному Вадиму привет из Краснодара. Всем привет, друзья. Спасибо за вашу поддержку нашего творчества. Хорошая забегалочка, ресторанчик. Come again. We'll come again. Ну что, Лео, тебе понравился завтрак? Did you like the breakfast? Да? Спасибо всем, что вы посмотрели с нами, позавтракали. Подписывайтесь на наш канал. Носите вышиванки в день вышиванки и ставьте лайк. Пока. Друзья, у нас конкурс. Мы разыгрываем вот такой вот только новый детский лэптоп LeapFrog, в котором Лео выучил английский алфавит. Поэтому не забывайте, в середине июня 2016 мы разыгрываем этот конкурс. Лео, держи, закрывай крышку, и мы закончили это видео.